Неудачи преследуют меня, короче. Дождь просто только усиливается. Я хотела пойти пешком. Тут, наверное, вообще супер красиво, когда солнце, но что такое, что пришлось? Вот, пришлось ехать в автобусе, да еще видите, да еще и плохо видно. Но, знаете, хочу вам показать парк, но там, знаете, очень далеко, сейчас пойдем наверх. Вот. Ну, посмотрите, что творится. Я не могу даже вам там жижку заснять. Понимаете? Посмотрите, что творится, да? Невероятно. Вот, поэтому придется снимать как-нибудь. И даже наверху, знаете, не особо-то придется мне снимать. А так хотелось мне пройтись ногами. Ну, ребятушки, ну хоть так. Придется еще сюда возвращаться. Зато сейчас посмотрим на речу на эту. Это вообще невероятно. Вот там прочитала опять комменты про великанов. Ну вот, вот вы говорите, вот здесь жили великаны. Но и при этом маленький стульчик, да? Поэтому здесь вообще никто не жил, понимаете? Это не жилище. Это нам так, как в нашей программе, это жилище. Это не жилище. Понимаете? Камины — это не камины. Ну... Я это уже очень много раз объясняла, как бы, ну, в общем, просто, ну, я отвечаю, что вот здесь жили великаны, или как отапливали, ну, это мы уже давным-давно ведь выяснили, уже сколько раз, я уже сколько всего этого просто прошла, понимаете, ничего-то не топили, и даже не собирались ничего отапливать, да, и вообще, мы уже давно выяснили, что это не для людей, поэтому даже обсуждать это не хочу. Знаете, просто хочу ответить вам, что это не дома. Это не дома, это не жилище, это не то, что в нашем понимании. Видите, статуи? То, что в нашем понимании дом. Это не дома. Это какая-то у нее система своя. Ну, знаете, я в ее голову тоже залезть не могу. Я вижу, что много чего, скажем так, трещит во многих дворцах, во многих замках, во многих церквях. Вот. 100% здесь под парком огромные пустоты, огромные арки. Продолжается как бы вся эта система типа молотого дворца, понимаете? Это только на верхнюю часть вот мы видим. Сейчас будет просто. Сейчас мы будем светить на Реджа, да? Реджа понятно, Реджа Фортуната, короче. Это у них есть. Чем просто? Здесь наш фонтан. Ну как я могу туда? Как я могу тут быть? Ребята, вы видите, фонтаны наши, посмотрите, какие стены, да? Видите, какие стены, да? Вот. Когда такой дождь, у меня вообще нет зонта. Я, честно говоря, вообще не хочу мочиться. Слушайте, это я вообще неправильно села. Дошли до этих вот арок.
Вилла Делла Реджина, да? Не как другие, а летом. Да, это, вот этот канал все время продолжается. Это вообще просто. Такой дождь. Ну что, поделать, блин. Невероятная штука. Это вообще просто. Это ж... Понимаете? В каком-то маленьком городе. А, это как же? Я хотела там зонтик кого-нибудь попросить, так нет, не у кого. Понимаете, вот что это, да? Такая лента идет от дворца, да? Понимаете? Гранитная, да, видите? Это вообще что-то. Невероятно. Просто жалко, что мне ничего не видно, блин. Ничего не видно. Это просто. Но это я сейчас выйду. Это вообще невероятно. Невероятно. Сейчас увидим.